Все больше зрителей приходит на конкурсные показы лент о мужской осени. Неоднозначный фильм «Деточки», который уже прогремел на всю Россию, вызвал интерес и у амурской публики. Зал был практически полон. Режиссер, известный Дмитрий Астрахан, приехать на презентацию своего детища не смог. За него это сделал президент фестиваля. Картина «Деточки» полемичная. И думаю, что и в этом зале она вызовет совершенно разные мнения. Но она вписывается в контекст сегодняшнего отечественного кинематографа. А контекст современного кино жесток и правдив. Вот и фильм «Деточки», хотя идет с подзаголовком «Сказка», полон реалий. Дети, понимая, что за них некому вступиться, сколачивают банду и равнодушно убивают тех, кто когда-либо обижал детей. Педофилов, врачей, что сгубили чью-то жизнь, наркоторговцев. Семь трупов, в том числе депутат Государственной Думы. Зарезали их какие-то неизвестные ребятишки. Да и правильно сделали. На их стороне даже взрослые. Деточки становятся героями города, народными мстителями. Убийства получаются ловко, владению холодным оружием ребят обучал бывший разведчик. А хладнокровие детдомовцам не занимать. Хватит, доигрались. Уже дети за оружие берутся. А почему мы про этот педофильский детдом ничего не знали? Почему не знали? Все знали. Они в интернете чуть ли не рекламу дают. Ну и что? Маленькие преступники перестают чувствовать грани. Убийств становится все больше и больше. Не может наставить на путь истины и преподаватели. На поимку банды выходит вся полиция, а на защиту детворы – народное ополчение. Неэкспрессивное кино, в нем много размеренности, точности, вызвало бурю эмоций у амурчан, кто его смотрел. Детям не надо показывать, но это для взрослых, это фильм предупреждения. Нам всем, это же понятно. Это надо показывать. Но тяжелый фильм, дети, вот моя внучка нарыдала, плакала. Ну вообще это отражает нашу сегодняшнюю жизнь. Как есть, раз не могут показывать, прокуроры прикрывают крыши у наркодельцов. Дети, ну я не знаю, такой фильм тяжелый, я сама не могу, я таблетку от давления выпила. Полет не физический отрыв от земли, а свобода мечты и воли. И только тот, кто постиг эту метафизику, способен по-настоящему понять, чего стоит жизнь каждого из нас. Так свою работу презентовал режиссер другого не менее жестокого фильма «Полет». Он тоже о мстителях. Солдат-срочник Саша приезжает в родной город на побывку и узнает, что 3 дня назад случилась страшная авиакатастрофа, в которой пострадали его близкие. После этих событий Саша вынашивает страшный план мести, ведь пилот самолета, по вине которого произошла трагедия, чудом остался жив. К слову, сыгравший главную роль в фильме Данила Костин – один из немногих выживших в пожаре в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года. Это его первая роль в большом кино. Да и вообще весь фильм был снят на голом энтузиазме за скромные деньги. Да, оно сделано действительно авторами и ради… И они старались, собственно, ради фильма. Не ради выгоды, мы никогда не вернем часть этих денег, не ради славы, ну а на сами вы понимаете, какая 3 экрана по стране, дальше интернет, а просто ради того, чтобы иметь возможность высказаться.